стал виновником гибели двух человек на трассе. Накануне утром на федеральной автодороге «Кавказ» в Кумтаркалинском районе в результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и «Лада 12-й модели» погибли 60-летний водитель и его 55-летняя пассажирка, жители Кизилюртовского района. 26-летний водитель «Гранты», житель Хасавюрта, с различными повреждениями был доставлен в больницу Кизилюрта. По сведениям МВД, именно он, выехав на полосу встречного движения, стал виновником ДТП. Примерно за полтора часа до этого он стал участником другой аварии на одной из улиц Махачкалы, совершив столкновение с автомашиной Ford Focus и скрывшись с места происшествия. Об этом в полицию сообщил 52-летний водитель иномарки, житель Московской области.